Короче, Антош, я все придумала. Я поговорила с папой и сказала, что у нас к нему важный разговор. Ты с ним познакомишься, попросишь мои руки, ну, причешись как-нибудь, вот здесь уснуть. Я бы хотел попросить руку вашей дочери. Папочка, я тоже очень хочу за Антона замуж. Он не пьет, не курит. Ладно. Хорошо. Идем выпьем. Не буду пить. За мое здоровье, слышь, у меня день рождения. Сыночка, ты вот если у нее глаза в разные стороны, как у Камбалы, это ничего. Главное, чтобы ты ее любил. Вот это что такое вообще? Вот это что, Антон? Николай, ты что такой невеселый ты сидишь? Ты часушечки любишь? Тракторист, тракторист. Сышка Фиолетова. Его девки не берут только из-за этого. Ну тебя никто не заставляет трампить, ну выпей просто. Ты молодец, взял девку беременную вообще. Ты что говоришь-то? Че? Ты что несешь? У тебя очень большие проблемы. 50 грамм, и я больше не пью. Лошадь свинтили. Я тебя убью. Никакой свадьбы не будет. Вы что, блин, сделали? Вот, блин! Смотри на нее, понимаешь, там ни жопы, ни рожи. Ну, знаешь... Мам, пап, вы не выключили скайп. Че, не выключили? Ты скайп не отключил. Я не отключил. А знаешь, только лишь скайп отключать. Сын, ты дай. Давай закрою камеру рукой.